Всем привет, с вами Кудавкина Милашка, и Джурка Кэт попросил меня сделать, новый артик на аватарку. И, боже мой, аллилуйя, наконец-то у меня вот эта вот фигня, на которой я снимаю. Изображен мой аватар, наконец-то, а то был кто нян-кэт. Понятно. А ты, кстати, там не закрасила. Вот и локтем. Пофиг. Ну и чё такое? Просто она мне, когда она приехала, она мне нарисовала артик прикольный. И вот я её попросила, типа на бумаге. И почему я делал грустный? Нет, это серьёзность такая. Ну фига, могла бы взял бы улыбаешь меня. О, сейчас знакомлю лупочку. Ну, там я не подвигаю. Ну, ладно. Как она хочет, так и рисует. Как у тебя такие шикарные уши с первого раза получаются? Хе-хе-хе. Я знаю. Но она давно уже рисует, а я так начала только, можно сказать. Вот прям в точь-в-точь такое костюм сделаешь, и вот эти вот тюли. Она шикарно рисует. Конечно, немножко ноги не влезли. Ну и юбочка не влезет. У тебя принцесса. Но все равно же надо голову только сделать. Ну да. Вау, это мне волосы роскошные делают. Спасибо. Ну то, что у меня была аватарка одна у порта, там тоже были такие роскошные волосы. Ну, что-то потом кое-кто меня заржал. Ну, я, короче, поменял на ее на аватар, который... Не вини меня, у тебя не обижайся, но у тебя реально какие-то глаза получались чехолы. Я не только дело в глазах, а еще, ну, не в сочетании там цветов как-то. Кстати, капюшон не забудь делать. Не забуду. Вот капюшончик. Не. Огромный капюшон, чтобы на голову не мог лез. Да. И я обожаю, как она рисует красиво. А то у нее всегда был маленький капюшончик. Угу. Ну, еще спасибо ей, что он нарисовал мой арт и не забыть про хвост. Кто-то, как ты сказал, не забыть про хвост, я уже захотела его рисовать. Вот этот хвостер. Бери хвост. Блин, ты так шикарно рисуешь. Короче, ребят, пишите снизу в комментариях хэштег Кудавкина Милашка рисует красиво. Или хэштег Кудавкина Милашка художник. Ну да, как хотите, пишите. Да. Ну хэштег, сразу говорю, не я решила, Джулия. Ну потому что я... Кстати, почему-то мы... Почему вот некоторые ютуберы говорят, что нужно стерги, типа там, всем привет и все такое, и подписывайтесь на мой канал, а потом уже и начинаем. А мы с тобой в конце, как думаешь, на лучше говорить? Я думаю, как всегда, в конце, думаю, что мне... Да, мне кажется, что оригинальнее лучше в конце. Ну а то, да. А то будет сразу. Ой, ё-моё. Короче, давай сюда поставь. Ой. Фиолетовый. Так, нам надо. Капюшон. Забыл, когда он такого же цвета, как и... Нет, у меня были разные карандаши, просто они почему-то разного цвета. Понятно. Как мы, как всегда, мой любимый цветик. Давай кожу делай. Кожечку. Ну хорошо, что ой, тут она мне не сделала вот этот вот нос. А то совсем. А почему такая загорелая? Нормально, ты же в Абхазии была. Ой. Точно. Ты что такое у меня делаешь? А, точно, оттенки же. Просто мне же нужно как-то будет сделать скрин, типа этого скина. И я рада, что у меня наконец-то поправилась вот эта вот штука. А я не знаю, как самой сделать такую штуку у себя. Это у меня по приложению специально. Ну, я знаю. Я хочу у себя поставить эту штуку. Кстати, ребятки, я сейчас, может быть, буду устраивать эфир. Когда
короткий стрим. Да. Я не знаю, почему у меня та старая штука была. Наверное, из-за того, то, что моя первая аватарка была нянкет. Ой, а у меня зарядка садится. Я сразу говорю, что у меня просто он сам может садиться. В любой момент, неважно, сколько мало процентов, 14, 15, просто пофиг. Главное ему бы сесть. Ему главное бы сесть. Вот неважно, сколько процентов, понимаете? Просто ага. Неважно. Это хорошо, что у меня есть пауэрбанк или как это. Чё? Ну, короче, вот такая фигня, короче. Пауэрбанк или как вот там. Прикольная, короче, штука. Пауэрбанк? Да. Блин, какой. А в чём прикол этой штуки? Ну, короче, просто заряжает, смотри. Я думаю, что так, но еще несколько теней на Волосе, на Волосяке ее. ЁПРСТ! Мы забыли про самую главную вещь. Какую? Это прятки. В смысле прятки? Прятки, я имею в виду, у тебя же вот тут вот разноцветные прятки. А, точно. Вот всегда самая важная вещь – это прятки. Вот просрал где-то прятки, все, хана. Так, у ней один пряток голубенький. Да какого фига? Не хочет? Реально не хочет. А чё это? Офигеть. Ребят, все, я пришла с зарядом. Мне мама разрешила взять. Ой, ой. Вот такая. Она кудрявая. Вот такая вот Джулечка. Остается сделать такое вот беленькое просветление. Сделай просветление. Что сделаю? Так, какой тебе сделать? Дай какой-нибудь там няшный. 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 Может, сейчас. Glitter Heart. Вау, красиво, реально. Вау. Добавляем немножечко света. Ой, у него хвост белый. Ну ничего, сейчас мы это исправим. С помощью вот этой штучки. А нельзя просто закрасить? Типа заливка? Да, попробуй. Шо за? Фигня, да? Ну, я еще ротик хочу тебе исправить. Окей. А я, короче, сейчас буду делать эфир. Ремонт. А, фак. Ну, тут есть также и про рисовальщики. Рисовальщики, да. Где моя показывалка? Все, это шедевр готов. А нет, не нужна мне камера. Шедевр готов. Всем спасибо за просмотр. Держи, Джулика, тебе арт. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на мой канал, на канал Джульки Кэт. Всем пока. Всем пока.